Отмечая юбилей сегодня, вспомним путь, которым долго шли. Мы храним и милости Господне, в нем защиту и покой нашли. Труд в единстве с Богом разделяли братья, сестры, как одна семья. Вместе вечность провожали и спускались ближе небеса. Разделяли горе и молились, умножали радость и покой. К вышним и горнему стремились, каждый близкий и родной. В Доме Божьем молодость венчалась, и благословляли малышей. Покаяния людей свершались, и встречали дорогих гостей, юбилей. И годы словно вехи в памяти незыблемо стоят. Были пробелы и успехи, но сердца для Господа горят. Впереди еще немало будет и молитв, и песен, и труда. Дни последние пусть сердце не забудет, ждет Господь от каждого плода. Пусть сегодня слышит нас распятый, в юбилей хвала ему звучит, и ему слагаются сонаты, и осанна ввысь ему летит. С юбилеем церковь поздравляем, чудны Божие предопределения для детей его в земном пути. Если жизнь наполнена значением, легче к небесам родным идти. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы вас приветствуем, дорогие братья и сестры. Это действительно прекрасное субботнее утро в Доме Господнем. Наверное, как приятно после трудовой недели собраться